С чего начинается любовь к театру? Что движет человеком в принятии решения посвятить себя искусству? Чтобы играть на театральных подмостках, посвящая всю свою жизнь сцене. Об этом мы сейчас и узнаем. У нас в гостях актер драматического театра имени Максима Горького Сергей Коврижиных. Сереж, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в театр? Ведь вообще родители как-то не приветствуют в большинстве своем, чтобы чадо посвящало себя искусству. Искусство было у тебя в крови с детства? Или что или кто тебе привил эту страсть? Вообще изначально я не собирался быть актером. То есть в школе, если бы мне сказали, что я буду актером, я бы, наверное, посмеялся, сказал бы, вы, наверное, шутите. А тем более актером театра Горького, это вообще для меня было бы. То есть где-то в классе 8-9 я задумался, чем я хочу заниматься. И что мне больше всего нравится, что я могу делать. Мне нравилось рисовать. Да. И я пошел в художественную школу. Потом поступил в художественное училище, стал учиться. И где-то на курсе втором, наверное, я увидел, был такой сериал, такой называется «Идиот» с Евгением Мироновым, если вы знаете, да? И там был такой монолог его, он рассказывал про смертную казнь. И он был настолько... Убедителен. Да, он... проник, его энергия прошла сквозь телевизор. То есть для меня это было просто невероятно, потому что сквозь телевизор, энергию невозможно, да, то есть ее нужно, то есть в театр для чего ходят? Угу. Чтобы непосредственно... отдать энергию, получить. Она через телевизор не передается, к сожалению. А там как-то каким-то образом получилось, и я этим был очень сильно восхищен. То есть для меня это было огромное какое-то потрясение для меня. Сереж, как ты с этим потрясением справился? И после этого я пошел в театральную студию, стал заниматься. То есть я пока учился в художественном училище, я занимался еще в театральной студии. Там подготовился, и только после этого я пошел поступать на актерское отделение. И для меня это было на самом деле очень большой такой, То есть я закончил училище. То есть там у меня была, я хорошо учился, то есть у меня была какая-то перспектива, я мог поступить сразу на художника, да, а в актерской профессии у меня вообще ничего не было. Я даже не говорил своим родителям, что я собираюсь поступать. Как поступали? Всегда интересно узнать, как поступает театральный институт, потому что экзамены, вообще поступления отличаются в корне от других вузов. Поступал, конечно, я поступал уже после того, как я... отучился, да, в художественном училище, и в основном абитуриенты были после школы приходили. Они в основном такие, то есть они все такие очень веселые, раскайфованные. У меня почему-то запомнился один момент. Одна девочка была, она потом стала моей однокурсницей. Она каждый раз после каждого тура выходила в слезах, вся такая очень... Я ухожу, каждый раз казалось, что ей сказали, что извините, вы нам не подходите. Я думаю, не повезло. Потом она приходила на следующий тур. Я понимал, что она все нормально прошло. И каждый раз это повторялось, слезы. По твоему мнению, актером может стать каждый, у кого есть желание? Я думаю, желание – это не то слово, потому что желание – это… Сегодня я желаю одно, завтра я желаю другое, послезавтра – третье. Любая неудача может это желание легко отбить. Я думаю, любовь огромная. Какое-то чувство, которое, несмотря на неудачи, может быть, какие-то, да? Несмотря на какие-то там негативные вещи, они везде есть, да? Ты все равно встаешь и находишь какие-то... ты развиваешься. Ты благодаря неудачам каким-то, да? Ты идешь дальше. И актерская профессия, она очень зависимая. Зависимо от чего? Зависимо от режиссера, зависимо от партнера, от зрителя, от многих вещей. То есть почему я, кстати, и выбрал эту профессию изначально, потому что она очень, мне так показалось, очень непосредственно. То есть если художник, он может не контактировать с человеком, он может написать, поставить, уйти. То есть для того, чтобы его произведение было, ему не нужно присутствовать. А
актеру нужно здесь и сейчас быть. То есть ему нужно вот сейчас получилось, да, а завтра что-нибудь произошло, у тебя не получается что-то. Раз ты не можешь добиться того, чего ты хочешь. Да. Скажи, тебе художественное образование помогает в актерском? Это две противоположные вообще профессии изначально. То есть художник – это вещь в себе. То есть человек, который может там не контактировать, да, а актер наоборот, ему необходимо, да. Это все, ну, если внешне посмотреть. А для меня почему-то как будто продолжение. То есть то, что я учился в художественном училище, это не просто так. То есть для меня это важно было. Я продолжу еще тему института. Mm-hmm. Вот о талантливых людях говорят, что их Бог поцеловал в темечко. Есть люди талантливые, кому-то Бог дает от природы, да, mm-hmm. то есть ничего не надо учить и запоминать. Вот пришел и, допустим, рассказал что-то. Mm-hmm. А есть люди, которые добиваются вот этого признания упорным трудом, преодолевая какие-то невероятные препятствия. И таких примеров множество. А каким студентом был ты? Ой, я был студентом. Мне очень нравилось заниматься своим вот этим вот мастерством актера. Мне, то есть, я почему-то очень сильно был, то есть попытался все нюансы своего образа, которые, ну, потом мы делали, попытался их схватить, пытался их как-то проработать. В общем, ты по-настоящему хотел ее постигнуть, эту профессию. В 2008 году ты окончил театральный факультет, Институт искусств, да? И сразу поступил служить в Театр Горького. Да. Как это произошло? Очень волновался. Меня назначили время, да, я пришел. Там очень все произошло быстро. То есть, ну все, иди, вам подавай документы, можешь mm-hmm. все быть. И первые дни в театре, потому что наш курс никогда не участвовал в массовочных сценах. А почему? Ну, вот так получилось. Участвовали курс, который младше нас был. Да, и до нас был. То есть так получилось, что мы не... И первый раз на большой сцене. Для меня это было какое-то, то есть ты говоришь, такое ощущение, что было, а звук он пропадает куда-то, ты говоришь, и ничего не слышно, такое, у меня такое ощущение было. И потом постепенно ты уже привыкаешь к этому. Сережа, правда, что говорят, то, что ты учился в театральном институте 4 года, когда ты пришел на сцену, забудь о том, чему тебя учили в институте, переучивайся заново. Например, как-то, ну, это такое, знаешь, ты знаешь, это специфическое редуцирование слов или, допустим, произношение специфической буквы С или Т. То есть, когда ты подаешь реплику, не говоря там, снова, да, а снова. Ага, ну, да. То есть вот как вот происходило, и происходила ли у тебя эта ломка на сцене? Ну, во-первых, в Институте искусств там, по сути говоря, малая сцена, то есть там небольшое пространство, ну, и небольшое. Ты вот здесь вот в этом пространстве ты разговариваешь. А когда большая сцена, там нужно подавать текст. И чтобы он был, во-первых, чтобы он был живой, угу. и чтобы тебя слышно было. И там есть свои определенные нюансы, которые нужно учитывать, нужно как бы соблюдать баланс такой, чтобы mm-hmm. было слышно и чтобы оно было живое по-настоящему. То есть как бы как-то вот. Но это сложно. Это сложно, да, сложно. Тем более в начале, когда ты вот только пришел, это было и ты или так, или ты подавал и там как-то очень деревянно, или как что-то говорил, но тебя не слышно. Актеры, те, которые давно служат в театре, заслуженные, mm-hmm. тебе помогали? Да, подходили за кулисами, там, или там, ну, что-то подсказывали. Да, конечно, все было такое очень, очень по-доброму, угу. тепло. Я, кстати, очень благодарен Ефиму Семеновичу, что он мне доверил, во-первых, выходить на сцену театра, угу. во-вторых, что давать такие, ну, главные роли, которые... Очень большая ответственность, и это очень для актера очень важно. Сереж, вот я даже зачитаю.
Раз в два года члены Союза театральных деятелей, да, критики определяют лучшие спектакли и лучших актеров. И решают, кому достанется престижная награда «Серебряный медальон» премии Андрея Пресижнюка. В 2017 году ты стал лучшим актером, главную роль в спектакле «Сирано де Бержерак». Да. Об этом расскажи, пожалуйста. Для меня это была большая неожиданность. Просто я думал, я вообще не ожидал, меня никто не предупреждал даже, что там что-то у меня будет. И как, ну, когда перед самой премией обычно как бы кому-то там, ну, говорят. Я вообще об этом не знал. И я когда узнал, я думал, как? Это очень большая роль, очень сложная, очень, потом ты практически не вылезаешь. То есть получается ты ведешь весь спектакль, по сути говоря. И он в стихах. И это очень тоже ответственность большая, потому что в стихах нужно быть живым тоже, да, чтобы не просто стихи были какие-то, а вот живая речь была. И я помню, это было вообще, то есть ты выходишь от зрительного зала, получается, то есть вот эти вещи у тебя, с двух сторон у тебя зритель находится, ты разговариваешь с актерами, через вот здесь вот они находятся, зрители находятся, это очень волнительно. И это огромная веха для меня, потому что вот эта роль очень помогла мне. Во-первых, это классическое произведение, где, ну, этот персонаж играли очень много знаменитых актеров. Да. И это огромная ответственность. Я вот как сейчас помню, по-моему, Боярского я видела из каком-то фильмов, то есть в главной роли. Ты смотришь, и ты понимаешь, что какой-то определенный груз ответственности есть, потому что на тебя будут смотреть и сравнивать. Сравнивать, да. Скажи, пожалуйста, вот так, навскидку, сколько на твоем счету уже ролей с 2008 года, да? 7-8, примерно. 7-8. Это главных ролей. Главных ролей, то есть в твоем актерском багаже, да. Главных ролей, а каких-то проходящих таких? Проходящих я даже не помню. Ну, я помню главное, это «Прощание в июне», потом «Наказанный распутник», «Сирано де Бержерак», «Заповедные дали», «Царь Эдип». А проходящих, их, я не знаю, очень много, я даже их... Один из последних спектаклей, в котором ты играешь. Там же, тогда же, это вот, и в «Гордость и предубеждение» еще, там я играю, там главная роль у меня тоже, вот. И там, кстати, идет с хорошим. Ну вот в «Гордости», например, «Предубеждении» ты там как вот настоящий английский такой вот представитель того времени. Как тебе удалось ухватить, вот, то есть вот соблюсти вот эти грани, чтобы не зайти за, как говорится, парапет? Вот когда мы делали роли, старался не смотреть фильмы, которые вот, да, связаны с этим, просто чтобы не было соблазна что-то взять, ну, как бы взять, скопировать, да? Скопировать, да. Смотрел, да, и во многом, мне кажется, то есть, когда ты надеваешь костюм, сам по себе костюм, он, то есть, вот такой, то есть, он тебя заставляет себя вести определенным образом. То есть, ты не можешь там уже вот так, как бы, очень, да, не можешь расслабиться сильно, не можешь, тут тебе нужно быть все время подтянутым, все время быть, да. И... Ну, то есть очень много факторов, которые, то есть, текст, который там есть, ты его, то есть много-много каких-то вещей, которые делают, помогают тебе сделать образ, этот образ создать. И мы когда работали, мы говорили, что когда человек, даже вот вроде бы человек, который, да, такой очень чопорный, такой очень, да, закрытый, да, вроде, эмоциональный, все равно он должен быть, в нем должна быть какая-то живая какая-то штука, которая вот, ну, то есть эмоция, которая потом впоследствии проявляется. Кстати, вот эти вот, эта вот эмоция, которая там во втором акте у нас начинает проявляться, она, это проявление настоящего какого-то чувства. То есть человек не может держать его, и это очень сильный отклик у зрителей имеет. То есть когда ты прям... Был даже один момент, когда я говорил, ну, чтобы она вышла за меня замуж, и кто-то там из зрительного зала говорит: «Выходи за него!» Прямо из зала. Да. Аж прям, ну да, такой очень такой неожиданные вещи, которые там, то человек
верить начинаешь, что ли, что начинают говорить. Сережа, как ты работаешь над ролью? Вот как вот тебе доверяют сложные роли? Как идет проработка? О чем ты сначала думаешь? То есть вот как проходит процесс? Не спишь ночами, как Менделеев, знаешь, таблицу свою там во сне его осеняла? Я думаю, большую часть, вот то, что является кухней актера, это должно остаться за кадром. Все, что касается роли, это, наверное, для профессионалов, ну, то есть для таких же актеров, которые неинтересны. А зрителю это знать, я думаю, ну, не так надо. Ну, то есть это кухня? Да, которые, ну, есть какие-то моменты, которые, например, там, ты смотришь... Ты читаешь текст, ты пытаешься через тело как-то, да, через... Физику. Да, через физику, через дыхание какое-то там. Потому что у каждого персонажа свое дыхание определенное есть. А самая значимая для тебя роль? Вот самая значимая для тебя роль? Ой, их, наверное, несколько для меня. Первая роль – это «Прощание в июне», потому что она была первая, главная роль моя. Это... роль Колесова, потом все равно «До Бержерака», это как тоже огромное классическое произведение, которое, если ты сможешь, если не сможешь, то вот. Потом «Заповедные дали», очень мне нравилось играть роль Довлатова, которая очень прям какая-то теплая, какая-то душевная, прям я каждый раз вспоминаю. Потом, наверное, еще вот «Гордость и предубеждение», да, вот. Еще «Варшавская мелодия», которая до сих пор, кстати говоря, идет с успехом, нравится. Даже было совсем недавно был такой момент, что мы нам хлопают, мы покланялись, уходим уже, я ушел и слышу, что они не заканчивают. Обычно заканчивают, ну, и идут у людей, а они продолжают. Я говорю, как, подождите, как это? Мы возвращаемся, кланяемся, спасибо большое. То есть какие-то такие неожиданные. То есть время идет, да, спектакль уже, он уже 100 с чем-то уже спектакль, мы отыграли. Но отклик идет, прям такое интересно бывает, что прям уж неожиданно. Вот. Их было несколько таких, да, таких для меня важных. Знаешь, у некоторых актеров, ну, это факт уже зафиксированный, они сами даже об этом рассказывали, что какой-то персонаж начинает влиять на их жизнь. Например, они настолько погружаются в тот образ, который они играют, что уже начинают думать, мыслить, как этот персонаж. Никогда у тебя такого не было? Нет, это, мне кажется, тут есть такая штука, как профессионализм. То есть есть сцена, есть жизнь, должно быть разделение. Это уже какая-то шизофрения получается. То есть человек начинается, ну, просто должно быть разделение, потому что никогда... То есть я понимаю, что вот мой персонаж, а это я. И, кстати, многие вещи, которые там делает персонаж, ты, может быть, в жизни никогда не сделаешь. Но... Опять же, многие моменты, которые есть у персонажа, у тебя, они как бы, ну, как опыт, да, они у тебя есть. И ты его, или нету, но ты его представляешь, как бы начинаешь фантазировать, да, как бы ты поступил, и твои чувства по поводу этого. Вообще, театр – это работа с душой, да, душа, когда подключается душа, не ум, там, не... когда что-то раз, и человек останавливается. То есть, когда это получается у актера, это очень дорого стоит. То есть, когда зритель начинает плакать или смеяться, или начинает о чем-то задумываться, да, какой-то у него. То есть он остановился в этой суете, да, остановился, и это очень дорого. Как ты хорошо сказал, душа. Вот прямо вот одним словом просто вот облег все в одну, как говорится, оболочку. Как ты выходишь на сцену вот перед спектаклем? Как готовишь? Там, дышишь глубоко, например, или там молишься, или говоришь себе слова, что на сцену выйду, сыграю как последний раз? Как? В основном ты стараешься понимать, что ты вот... Как сказано, вот есть такое не спи художник, не предавайся сну. Ты в вечности заложник, у времени в плену. Под рутиной, да, нашего существования, чтобы каждый спектакль не был одной из рутин. То есть отыграли еще, нет. Чтобы раз,
у тебя есть возможность сейчас вот в данный момент выйти на сцену. И это, то есть есть возможность, бывает такое, что как ты представляешь, как будто бы в последний раз. Вот у тебя есть возможность выйти, да, сказать что-то, прям по-настоящему сказать, не там изображать, не как-то не имитировать, а прям вот есть возможность, и ты это отдаешь. Вот чем больше, кстати, я замечал, больше отдаешь, тем больше получаешь. У тебя есть возможность отдать свои переживания, свои чувства, ну как бы свои и не свои, то есть это все через своего персонажа, да, ты рассказываешь историю персонажа, ты за него болеешь, ты как его адвокат, ты за него, даже если что-то он плохое делает, ты пытаешься, что все-таки, может быть, он осознает что-то, да, и как-то потом, впоследствии, после спектакля там где-нибудь, да, он что-то поймет и изменится в хорошую сторону. Когда ты выходишь на сцену, ты цепляешься за зрителя или стараешься абстрагироваться от зала? Зритель не должен вести, должен вести актер. Никогда, ни в коем случае. Когда она происходит, это очень, это плохо, нельзя ни в коем случае. Нужно, чтобы актер, то есть у меня есть мысль, которую я несу, я должен ее донести. Вячеслав Стародубцев, режиссер спектакля «Наказанный распутник», сказал о вас, что вы интересный актер, как внешне, так и внутренне, что у вас есть надлом и какая-то тайна. И вопрос, какими ценностями вы живете, чем или кем дорожите, и что вас еще интересует, кроме театра? Вас. Ой, спорт интересует. Спорт. Я занимаюсь, да. Там. Есть время? Бывает, да, конечно, есть. Между репетициями, там, если нет репетиции, то там, ты ходишь тоже. Потом, ну, ценности. Ценности. Ну, ценности, то, что есть возможность как-то реализовать себя, как-то что-то доброе и теплое принести. Потому что негатива очень много всегда в нашей жизни, да. Очень много каких-то вещей, которые его очень много. А вот теплого, хорошего, этого мало. Ну, как бы этого, это очень ценно. И если возможность есть такая, как-то донести и как-то помочь кому-то, может быть, да, своей работой, да, своим каким-то, то для меня это очень ценно. И стараться не озлобляться, стараться радоваться тому, что у тебя есть, и то, что вот у тебя есть, вот я сейчас выхожу, есть зритель, вот твой партнер есть. Это так круто. Вот сейчас возможность есть. Ты можешь говорить, ты можешь двигаться, ты можешь дышать, видеть. И это уже круто. Это уже большое счастье для меня, как для актера, для человека. И я благодарен Ефиму Семеновичу, опять же, судьбе, что у меня вот такая есть возможность заниматься профессией, которую я очень-очень сильно люблю, очень сильно. То есть мне просто повезло, наверное, не знаю, в жизни заниматься тем, что я очень сильно люблю. Те люди, кто идет в театр служить, да, они преследуют, ну, в хорошем смысле этого слова, преследуют свои цели, добиться, чего-то добиться. Да. Вот, какие цели у тебя? Чего ты хочешь добиться? Хочется добиться, чтобы вот весь зал был подключен, чтобы весь зал как сказать, сопереживал тому, что твоему персонажу, спектаклю вообще, да, чтобы если это достигается, то это огромное счастье для актера, мне кажется. И ты понимаешь, что ты вот этот день не зря его прожил, да, и сделал что-то, вот, что пришли люди не просто заплатили и посмотрели и ушли, а как бы что-то оставили у себя в сердце. Да, внутри. И надолго. Да, да, да. Если это прям надолго, это вообще круто. То есть если человек запоминает это надолго, спектакль, это... Сереж, вот самый простой и, как всегда, самый трудный вопрос. Чего бы ты пожелал лично для себя и для своих коллег?
Я бы пожелал, наверное, радости от того, что ты делаешь. То есть, если есть радость, ну, то вот ты, все, что ты... То есть, когда это не рутина, да, ты, ну, еще надо делать, а радость, если она есть, это круто и для тебя хорошо, и для зрителя, и для всего, что тебя окружает. И вот побольше радости. Сереж, я желаю, чтобы в твоей жизни присутствовала всегда радость, несмотря ни на какие перипетии жизненные, которых у нас, ну, довольно много, не без этого. Да. Чтобы ты добивался всегда своих целей, чтобы твои желания обязательно воплощались, потому что мысль материальна, да. Ну, это Вселенная слышит. Главное, правильно ее формировать, а ты делаешь это правильно. И, конечно же, успехов тебе во всех начинаниях, во всех направлениях.